субботу начинаем посещение большая делегация под руководством председателя правительства. Также в делегацию входили и министры, исполняющие обязанности, заместители министров, другие руководители органов исполнительной власти республики, представительная делегация. В ходе поездки посетили отдельные объекты на территории района, и потом уже и в зале прошло совещание отдельного. Отдельные лица из вас присутствовали, обсуждались вопросы социально-экономического развития в целом данной горной зоны. Были приглашены также и главы соседних районов Ахвазский, Цумадинский, Гумбетовский, а также Цумтинского района. На мой взгляд, мероприятие действительно получилось таким плодотворным, полезным. Вопросы и потом последующим нами обсуждались. И отдельно с министрами, и председателем правительства есть понимание, есть поддержка. И рассчитываю, что уже в новом году, с учетом данных по итогам поездки поручений, будем работать, и польза для района, безусловно, будет. В то же время хочу отметить, что обязательно же нам надо и себя показать, как говорится. Не все гладко бывает и в районе, на отдельных объектах особенно. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке этого мероприятия. И это и аппарат администрации, управление культуры, дорожники хорошо, очень хорошо отработали, управление культуры хорошо отработало, и, ну, я не буду всех перечислять, и правоохранители свою работу выполнили на должном уровне, но вместе с тем были, конечно, и недостатки. Мы посетили вот консервный завод, очень хорошо прошел, все довольны, действительно прекрасное производство, благодаря тому, что сами собственники этим занимаются, на личном контроле, фактически живут на этом заводе, и прекрасный завод восстановили и работает с гордостью нашего района, да и республики. Такого объема абрикосов ни одно предприятие на территории республики не перерабатывает, даже близко. Переходим в Миасо. Там ремонт провели школы, там труба не покрашена, здесь дверь грязная, там розетка торчит, не дай Аллах, ребенка убьет. Очень стыдный, позорный вид. И все довольны, все молчат. Видимо, я должен туда ходить, заниматься каждой школой, каждому директору показывать, где что у тебя. Ну, и поэтому директору я ему отдельно оценку дам. Переходим оттуда на мусорный завод. Те же коровы там. Заезжаешь, там непонятно, какое-то рваное колесо там на въезде, грязь на полу. Уважаемые ЖКХ, я вас предупреждал в кабинете. Поезжайте, почисти, посмотри, начуй там, если надо. А вы там мне свинарник показать, меня туда привели к председателю правительства. Коровы там пасутся. К себе домой забрали бы. И телевидение эти наши коровы знаменитые снимают. Чё молоко мы пьем? И мясинские, наверное, там, и ботлинские там. Элементарно, три коровы не могли оттуда выгнать. Вот это ваше лицо. И курирующий мне говорю, поезжайте за нами, посмотрите. И вам говорю, Ахмед Исмаилович, утром поезжайте, посмотрите. Ни одного работника не вижу я там. На этом заводе. Миасо там один глава ходит, как сирота там, непонятно что делает. Как будто в селе больше людей нету, депутатов нету, администрации всего нету, дома культуры нету. Еще требуем, чтобы садик закончили. Вы то, что сделали, даже не умеете нормально содержать. Отдел кадров подготовьте. Предложение по привлечению к ответственности всех, кого я обозначил. Подготовьте замечания, выговоры, кому что, и новогодние премии тоже. Начиная с руководства, заканчивая специалистами. Я должен вашими мусорами дима заниматься. Сейчас еду, вот у моста, вы видели все? Вывалилось. Я что ли должен туда с лопатой идти? Только в субботу утром я вас поругал, Магомед Гаджиевич. Все будет сделано. В субботу утром я вам звоню, убери в конце до конца за собой свой мусор. Убираю, дома спит. Только попробуйте мне эту ситуацию повторить. Это ко всем относится, и управление образование, и директора, и мои заместители, и вы руководители учреждений. Только попробуйте, очень короткий будет разговор. Скажите, мне разницы нет. Со своих начну. По подготовке к Новому году украшайте райцентр, по учреждениям, организациям попрошу всех установить елки у себя. В фойе, в коридорах, где это возможно, во всех учреждениях я попрошу установить елки, начиная с больницы. Определите, кто где будет этим заниматься. По учреждениям, организациям везде установить елки тоже. Вот в ближайшие дни до конца недели обязательно эту работу завершайте. И
как-то начинать по школам, я знаю, готовятся по садикам, идет подготовка к этим мероприятиям. Но я не видел, чтобы там оформление большое, я не видел нигде. Это тоже нужно ускорить, Мурадж Амалович, перейти на контроль. Теперь по программе новогодних мероприятий отдельное предложение я слышу. Компонуйте, где что запланировано, обязательно по селам тоже. Вот, у вас в управлении культуры по селам завершили поездки? Мы еще не успели. Что у вас осталось? Где еще планируете? Ну, ближайшие хотели бы поехать в Тулов, и ему не запланировано было сегодня, но не получилось. А, вы не успеваете? У вас там театрализованные представления, да? Театрализованные представления. Две программы, театрализованные представления, концертная программа. Мы хотели обсудить сперва те населенные пункты, которые именно нуждаются в театрализованных представлениях. Ну, это сами регулируйте. Хорошо. И елку желания обязательно в этом году нужно проводить, и желания детей будем исполнять. Последующее уже посещение реабилитационного центра, детского отделения, это уже ближе к Новому году. Теперь обязательно у Ахмеда Исмановича детям, участникам спецоперации, тех, кто там участвует или в отпуск приехал, у нас есть и специальный фонд поддержки этих семей, средства имеются, обязательно каждый ребенок должен получить подарки. Ну, в принципе, мы и информацию по семьям тоже завершили, сбор, я думаю, у вас списки детей уже будут. Обязательно надо всем детям эти подарки организовать. Доставку через главсел или как где-то можете сами заместители распределиться, сходить домой, поздравить, но это бы тоже ближе к этим мероприятиям. Непосредственно к Новому году уже в последних числах будет корректно, да, за 2-3 дня. Теперь по спортивной части, Руслан Басанович, у нас ничего не осталось, правильно? Ничего не осталось. Задание соревнование 26-го года. Какие именно? На воле борьбы старшей ночи. Это здесь? Вот. Не вообще принесли. У нас волейбольная команда КСУ. 24-й играет до выхода в финал. Это в субботу играет, да, до выхода в финал. Хорошо. Магомедов Аркадьевич, вы знаете, какую вам оценку дали. На совещании мягко выразились. Делайте выводы и активизируйте работу. Там никто церемониться не будет. Делайте выводы. Вам дали ясно понять. Министр тоже очень мягко выразился. Ну, по ее выражению было понятно, что там далеко там тоже недоволен. Исправляйте ситуацию. Теперь по социальным контрактам, по линии управления социальной защиты, не освоено, осталось что-нибудь? Нет, нет. Все освоили, да? По трудоустройству тоже освоили? Да, да. Полностью все. А уже больше ничего нету, да, на этот год? Хорошо. Захарий Иванович, у вас с 1 января объединяют или какая ситуация? С 1 января еще уже ничего не меняется, просто объединение. Вам спасибо, всем вопрос, было очень приятно, как приняли, как коллективы администрации. Спасибо. Будем продолжать вместо работы. Есть у кого какие вопросы? Спасибо.